Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Assassin's Creed Odyssey. Прямо сейчас мы отправляемся еще за одним культистом. И это, в принципе, скажем так, предпоследний культист, которого мы, в принципе, нашли. А, это, получается, по-моему, мудрец даже уже по линии идет. Давайте-ка проверим. Да, это мудрец, вот за этим мы едем. А за этим надо сплавать. В принципе, я думаю, да, если залезть на корабль, всех перебить, в принципе, мы сможем это сделать. И тогда у нас останется по Одиссее продолжить, соответственно. Этот также откроется после этого, соответственно. Этот откроется, когда мы заберем сестру. Ну и, соответственно, вот весь наш план. Сейчас я направлюсь за этим вот гребаные эти, как их, волки позорные. Фивы вроде в Египте ж. Агась, он с медведем. Агась, он пешком. Хорош, 50 уровень. Так, в принципе, мы заряжены, мы готовы. Так, поехали. Так, ну-ка. А вот мне интересно, какого черта охранник? Фу, господи, охранник. Ну, я тебе вроде ничего не делал, чувак. Отстань. Попал? Нет. Так, надо его сагрить просто. Так, отлично. Все, тормозись, чувак. Хватит. Он все равно пошел дальше. Так, это Мишка. Мишка, иди сюда. Хорош. Мишку агрим, пускай. Ну или не агрим. Давай, Мишка, иди сюда. Миша, отвали. Так, минус медведь уже не мешается. Да иди ты сюда, чучело. Так, давай-ка, волчок, за мной. Ты мне поможешь. Стой. Стой, сказал. Хорош. А. Ага. Вот, отлично. Ну, соответственно, ты лучше так умрешь тогда. Ага. От волка зарядились. Молодцом. Оба-на. Давай. Фу, ты что-то 50 уровень, такой слабенький. Отстань, волчок. Ну, добивай наверняка уже. Хорош. Ну, так, булава Тифона. Что еще дадут? Ну, это понятно, да. Да, мне дальше культистов. Так, все, здесь все, здесь все. Здесь, в принципе, ничего. Здесь тоже пока ничего. А, за тобой. Ну, так, что тут? Меч даю, да? Шанс оглушить противника в ближнем бою 5%. Ну, такое себе. Ну, один фиг за ним надо будет плыть. Поэтому давайте-ка мы это сделаем сейчас. Тем более у нас вот есть, ну, так сказать, не очень далеко, да? Так, пристань здесь. А откуда еще можно... Так, это что? А, битва при Пилосе. А, это, наверное, сюжет. Нет. Так, так. Ну, давайте вот сюда. А, там точку синхронизируем. На пристани, соответственно, нас там сохранят. А, подплывем, замочим. А может, кстати, мы и замочим кораблем. У нас... Кораблик-то хорошо прокачан уже. Главное прицельно стрелять по откату. Соответственно, пока мы стреляем, уже выстрел откатится. Ну и как-то так накопить огонь, сжечь его к чертям собачьим. И, в принципе, нормально должно быть. Ну, какой-то такой план. Так. Ну, естественно, да, задание выполнено. Вот сюда нам.
Это сзади, да? Да, это сзади. А, это здесь этих мы... Как его? Культистку завалили. В прямом и переносном смысле. Такс. Серьезно? Чувак, я тебя не боюсь, если честно. У меня просто набор таких навыков, что вы для меня просто ничто. Ну, я бы захватил еще вот эту вот фигнюшку бы. Так, чисто по приколу. Буду осторожен. Да, ладно тебе. Привет. Умрешь? Нет? Плохо. Да, ну ладно. Заряди меня, пожалуйста. Ага. Да ладно вам, ребят, вы чё? Да, всё, я ухожу. Я не буду мучиться и... Кран Корре. Это вот про тот кран? Вы там развлекайтесь, а я пойду, отстаньте от меня. Ну давай, убегай уже подальше от них. Просто, ну, такое себе развлечение. Нам нужен культист. Грубо говоря, последний. И, в принципе... Чем мы там? А, пиратский, да. Пиратский сет у нас собран. Это типа для пиратского сета мечи. Ну, оглушить в ближнем бою тоже неплохо. А, в принципе, его можно надеть, одеть... Я думал, ты в камень башкой хотел врезаться. И когда не плаваем, чтобы был он. Ну да, в принципе, да. Да. Так, где? А, пристань там. Блин, они меня все еще ищут. Ну... Так, ну, типа ждать. Типа призвать. Ну, вы отстанете от меня, нет? Я хочу Адрести призвать. Че, все? Успокоились? Ну, типа, вот я пришел. А где? Ну, наконец-то. Типа, меня могли спалить, да? Че такое? А-а-а. Ну, удачи им. А нельзя было развернуть корабль, ребят? Вы че? Так, а он же у меня не отмечен, я же снял отметку, да? Когда ставил. А, вот он. Он здесь что-то плавает. Зачем плавает там так далеко? А жрать-то надо. Хоть бы пришвартовался где-то, может бы... Так сказать, какую-то хитрость провернуть с ним. А так, ну, плыви 4,5 километра до него еще. Ну, естественно, мы сохранимся, когда подплывем, чтобы... Если вдруг мы сдохнем, чтобы мы могли хотя бы... поближе к нему находиться. А, ну там он Спарта, да-да-да-да-да. Все правильно. Здесь самый близкий подплыв к нему, так сказать. Наплывем. Что ж уж. А, кстати... Ага, понял. Команда у нас... Ага, команда у нас Артемид. Дочери Артемиды. Поэтому женские голоса. В смысле, он за мной, серьезно? Ну и плыви, дурачок. Ты походу, хочешь смерть выбрать себе. Кстати, корабль классный, красно-синий. Прям, ну, прям смотрится, да, хорошая раскраска такая. Пес Аида, Сфинкс и дочери Артемиды. Супер сочетание, конечно. Было бы неплохо какую-нибудь команду Аида тоже иметь. И какой-то, соответственно, Цербера. Это нехорошо. Ладно. Надо было нам принести жертву Посейдону. Я могу принести ему жертву, да. Че, серьезно, Алексис? Ого! Ого! Посейдон испытывает Адрестию. Лучше молись о Фине. А там кто?
Ну да, кстати, вот это прям волна, так мы нырнули, я бы сказал, глубоко. Прям не очень есть круто, скажем так. Игра, можно сохранить меня, если честно? Я бы не отказался. Сейчас где-то, наверное... Ну, километр, ну... Ну, метров 500, да. А, вот, все, километр видно, да. Так, давайте-ка я сейчас сохранюсь. Так, соответственно, я сохранился, и, соответственно, мы плывем дальше. Блин! Мне бы одного, на самом деле, хватило подраться. Надо как-то так... Так, отворачиваем. Нафиг. Нафиг отворачиваем. Мне надо как-то к нему... Когда я буду подплывать, вылезти. И, соответственно, он тормознется. Наверное. Как мы уже делали. Это единственный способ быстренько без... Ну, не быстро. Нет, да, не быстро, кстати. 500 метров. Давайте-ка мы ему на перерез. И он на меня будет плыть. Блин, козел, он от меня отворачивает. Ага, ага. Давай, 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 давай. Да-да-да, чувак, сюда, сюда, сюда. Задать скорости! Серьезный противник. Разве мы сможем его одолеть? Да легко. Так, ага. Ага, ага. Какого боя, черт! А-а-а! Наврали. Давай. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Давай, давай. Вот так вот. Давай, копия, копия, копия. Ну, вроде неплохо. Так, копим, копим огонь. Огонь максимальный копим. Давай, девочки. Мочи его. Так, один на один, хорош. Так, тихо. Надо, чтобы он подошел ближе. Ага, ага. Ой, хорош. Да пускай идут. Целься. Так, много промазал. Хорош. Отличное попадание вообще. Тихо. Ай-яй-яй. Я понял, я понял. Так, обходим их, обходим. Чтобы они не могли в нас стрелять. Давай, 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 давай. Давай, гребцы, я сейчас зря вас прокачивал. Давай, давай, оба-на. Оба-на. Ай, не достану. А, горят, горят, горят. Хорош. Так, на таран тогда. Давай, 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 давай. Ладно, не таран, не таран, не таран. Ой, хорош. Думаю, мы в безопасности. Но забывать об осторожности. Ладно. Вот так вот. А, ну, в принципе, да, все вывалилось. Хорош. Завалили гидро. Даже с первого раза. Так, подсказка. Ну, понятно, да. Подсказка, фигаска, зашибись. В принципе, да, в принципе, все. Можно тогда плыть по квесту, наверное. Наемник — это фигня, туфта, и нафиг ты мне не нужен. Так, что же у нас, врата Атлантиды еще? Ой, точнее, не врата... Ну да, врата Атлантиды. Из тени Дейлойский союз. Ну, это понятно. Копье Леонида, понятно. Царь Куль. Так, битва на Пилосе. Да, давайте. Поехали. Поехали. Так, поскольку мы не плаваем... А что у нас, кстати, у... А,
Блин, удар героя. На него бы удар героя сделать, а потом можно одевать, в принципе. А что у нас еще по экипировке? Так, это хорош. Плюс 10% урона воина. Хотя можно было бы сделать вот такую же, да. Да, в принципе, мы в основном навыками. И плюс 60% это прям неплохо. Блин, там еще что-то осталось. Ну, ё-моё. Ладно. Это и есть жизнь. Ты кто? Что тебе надо? Ты похож на Афинина. На Афинине вон. А ты кто? Что у тебя есть? Кто ты? Элитная афинская. Не, тогда нафиг. Пошел. Валим от них подальше. Ускоряемся. И открываем паруса. Ух, блин. Ускорились, называется. Ненавижу такие большие волны. Ой, там вообще мясо происходит, я смотрю. Так, афини, идите нафиг. Иначе я сейчас начну стрелять по вам. Ресурсы мне нужны, но на вас мне нет времени. Так, что у нас еще? По уровню. 47-й, да? А, о, еще же. А, мы еще можем что-то качнуть, да? У нас что-то добавилось. Крутой монолог. Так, мы берем вот это тогда. Улучшаем. А, и денежка кончилась, понял. Ну, копия, да, копия мы частенько. Да, конечно, когда штормит, это дело, это не... Так, мне придется разгромить, да? Мне, наверное, все же придется разгромить афинский флот. Ну, такое себе, конечно, дело. Но если они не сагрятся, тогда не буду. Просто убийство... Ага. Я понял. Лови. Хорош. Так, уходим. Так, двое сагрились, понял. Приготовились лучники. Давайте, лучницы мои, приготовились. Да и фиг на них. Давай, поджигай. Ах вы твари. Я вас закидаю, застреляю. Вообще все с вами сделаю. Все, что можно. Капитан, дела плохи. Мы тонем. Мы тонем, капитан. Сволочи. Так, значит, готовимся к войне. Готовимся к битве. Сволочи. Пожалуйста. Желающих меня убить. Так, насколько... Ох ты ж... А где? Ну, да. Ну, ёкаламане, ну опять, ну серьезно. Так, короче, понятно, сохраняемся. В принципе, тоже там же. Опять эта волна. Да идите, ничего не меняется. Давай, ускоряйся. Это ж надо. Кажется, у нас проблемы, капитан. Мы тонем. Мы идем на дно. Да. Было бы прикольно сделать вставочку из пиратов Карибского моря на дно. Полетели, давай. Ну чё, крылья не расправляешь, и полетели бы, но, господи, летающий корабль же должен быть. Вон, сфинкс, крыльями махай, быстрее поплывем.
Вот они вот так вот и нарываются, эти черти. Так и хотят дюлей получить. Значит, надо по одному кораблику. По одному кораблику сагрить. Один на один-то, в принципе, на этом уровне сложности нормально. Но вот когда уже один и более, точнее, два и более, это уже тяжело. Это прям... Вот один меня отвлекал, грубо говоря, стрелял по мне. Ну, что-то он прям сильно настрелял меня. И второй просто тупо в меня врезался, когда у меня ничего не осталось. Но он как-то много снес нам. Да пусть охотник за головами хоть завыслеживается. Он, блин, придет, дюлей тоже отхватит у меня. А пока что вижу два корабля. Было три. Где третий? Это типа каждый раз я буду вздыхать и минус один корабль, а потом вообще не будет их. Так, ладно, раз один на один, сохраняться не буду. Так, в принципе, мы готовы стрелять. Вот так вот, поехали. Ой, хорош. Давай, готовимся. Хорош. Так, разворачивай. Так, хорош. Хорошо. Готовься. О, кстати, неплохо работает защита. Давай. Ага. Да, надо использовать, короче, почаще. Но сейчас-то мы, в принципе, справимся. Так, на дно, ребята. О, да! Пошли вон. Да, в смысле промах. Мы попали в яблочко, я бы сказал. О, пир. Акула пирует. Я пытался акулу убить. Так, чё, и все что ли? Ну, тот раз, ладно, там стоит. Что-то пытается грести, застряли кого-то. Да и фиг на вас. Все, плывем. Плывем на Махач. Так, капитан уходит. Тихо, тихо, не отплывайте от берега! Нет, нет, я не хочу плыть. Я не хочу стать обедом для акул. Так, ладно. Чуть-чуть доплывем, ничего страшного. Давайте, давайте, давайте. О, давай, волна, помогай мне. Так, ну мы готовы к битве. Ага. Так, надо обязательно сохраниться только. Че, по готовности? По готовности. А, ну, в принципе, там если битва, мы зарядимся. Поехали. Где найти Брасида? Зачем он тебе? Мы бились вместе. Ты друг? Да, и друг Спарты тоже. Проводи меня. Нет, у меня приказ стоять и ждать подкрепления. Мы ждем уже две ночи. Наверное. Не беспокойся, я на месте. Ты? Афиняне вцепились нам в глотки. Они живо собьют с тебя спесь. Скорее я отправлю их к Харону. Ха! Славно, боец! Надеюсь, ты хлесткий и в бою. Что ж, найдем Брасида. Да, ну, в принципе, очевидно, что я подкрепление. Ух ты, вот это мясо. А можно по четверочке полетать? Давай, давай, давай. Нет, да? Ну ладно. Так, не люблю против Афинин драться. Так, вижу капитана. Мочу капитана. Убиваю капитана, соответственно. Ой, зачем ты подлечил? В смысле, ты дурак? Что ты так делаешь-то? Хорош. Ну, в принципе, неплохо. Мочит их. Готов. Угу, капитан, вижу. Капитан умирает. Это хорошо. Они все смертные, ребята. Собрались. Ой, тихо, своих мочим.
О, тихо, не-не-не-не-не. Тихо, успокоились, Тис. Тихо. Ай, тихо, я уворачивался вовремя, не надо мне тут. Так. Ну да, вам желательно не проигрывать спартанцам. Тихо, отстань. Так, подлечимся. Все хорош. Давайте побегаем немножечко. Поагрим тут кого-нибудь. Покоцаем там. Я не знаю, достижение полностью максимально у нас или нет. Иди сюда. Имбриоз. Умри. Хорош. Давай, давай, мочи их всех, мочи. Так, что по битве? Капитанов чисто? Что-то я не вижу этих, как его? Тихо, 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 успокоились. Так, зарядка уже готова. А, что сейчас, сестра придет? А, проси! Ну, мы-то... А, ну да, сестра пришла. Бросит, успокойся, нет! Дурак! Тихо! Да ты дебил! Ё-моё! Этот бой между тобой и мной! О, он живой! Не выиграть. Блин, тихо! Кровь так. Брасида будет на твоих руках! Ой, хорош! Его, твоя и всех твоих друзей! Ты не в себе? Так, заряжаемся. Хорошо, один на один. Нам не помешать! Ну, я попробую. Но культ исчезнет. Запомни, я Деймос! Ну, что-то ты пока пол КПшечки с пары навыков моих откинула себе. А, какого черта? Ты что делаешь? Давай, давай, иди. Ух ты! Не понял. А, я сейчас не понял. Это было нечестно немножечко. Ай, что ты делаешь, дурак? Ой, тихо. Кассандра. Успокойся. Так, тихо, тихо. Надо заряжаться. Зарядочка. В смысле? Кассандра, ты что, офигела? Так, ага, срезали, сбили с нее спесь. А, так, не умереть. Не умереть, главное. Ага, я понял. А, тихо. Молодец, я понял. А, она, короче, сейчас бесится за все те разы, которые промазал. Хватит! Или один из нас умрет. И что не так? Ну ты дура, что ли? Я нашел мать. Нашлись лишь для того, чтобы вновь потерять друг друга. Спасай, дурак. И все. Тьфу ты. Ну, естественно, спасать. А... Так создается легенда. А, что произошло? То есть, по факту, только пол хпшки можно было снести. Ну, мы, в принципе, быстро справились, а потом, ну... как сказать? Все, что запланировано, все ее навыки, все это... Она просто все сделала и спокойно. Ну, главное, что мы живы. А остальное до фени вообще. Как и чё. А, но по культистам, кстати, вот... Продолжайте вашу одиссею. Ну, может, сейчас станет известен. О, очухался.
Да, конечно, качество, блин. Что с графоном? Не пойму, что ты хотел сделать? Что? Тебя спасти? Нет, дело в другом. Я велела тебе не мешать, но ты все же здесь. Так что, теперь я в плену до самой смерти? Почему нет? Так я могу убить тебя, когда пожелаю. Но сперва расскажи мне все. Культисты тебе не докладывают? Ты на их стороне, но не похоже, что они на твоей. Думаешь, мной управляют? Да. Раз я не на той стороне, убеди меня. Что ты хочешь узнать? Правду, какой ты ее видишь. Но потом я тебя убью. Почему меня бросили той ночью на горе? Так, пророчество, которое культ навязал, в принципе-то. Спроси тех, кто хочет моей смерти, кто считает тебя богом. Смеешь оскорблять тех, кто в итоге спас меня? Это из-за них тебя сбросили со скалы. Я принесла им победу. К чему им так поступать со мной, Малака? Ты просто кукла. Но знаешь, что тебе говорят не все, иначе не пришла бы. Скажу прямо. Они искали не воина, их тысячи. Им нужна была я. Только я. Культа хочется... Так. Ну... Не то, чтобы он хочет править миром, а ну культа... Ну, как бы да, охотится. Давайте второе. Они хотят истребить нас. Всю семью. Всех до одного. Тогда почему я жива? Тебя взрастили. Заставили помогать. И создали механизм. Им плевать, что с нами будет. Деймос, мы тебя искали. Опа. А ты здесь? Опа. В этой яме. Я слышал крики. Пустое. Прочь! Живо! Тебе здесь не место, а девчонка. Я тебе не кукла. И ты мне не хозяин. Сейчас съел, сука. Конечно, защитница. Это больше не повторится. Повыпендривайся еще. Да плюнуть надо было. Так, ну вроде мы ее это пошатнули веру в культ. Ну здорово, мудила. В темнице по своей вине. А может по твоей? Такого. Ты должен понять, это все ради Афин, Алексиос. Перикл едва не разорил весь город. Люди жили в нищете. И вы его убили. Не разбив яйца, не найдешь идеальный желток. Он нас не устраивал. Да, какой замысел? Так значит, при тебе все будет иначе. Меня защищают друзья. В меня верят люди. До вас осталось-то чуть-чуть. Они знают, что мои решения пойдут им на пользу. Все будут довольны тем, что я замыслил. Заходи внутрь. Ты ведь пришел убить меня? Ну так попробуй. На мое счастье есть и другие пожары, что надо тушить. Говорят, назревает мятеж. Так скоро? Надо же. Я знаю, что делать. Мертвые не бунтуют. Ах ты тварь. Как же ты справишься с ними, если боишься биться со мной один на один? Мне ни к чему марать руки. Народ сделал выбор. Я ведь говорил. Люди наделили меня властью. Позволили решать. Но не за весь народ. Народ избрал свою судьбу, Алексиос. Он избрал меня. Будь ты проклят. Ребят, вы серьезно? Это не мой выбор. Народ Афин все решил сам. Я и пальцем не пошевелил. Так поступают с мятежниками. Люди выбрали вслепую.
Культ победил, Алексиус. Что ж, мне нужно успеть на корабль, идущий в Метилену. Нанесу ее жителям неожиданный визит. Ой, тихо! Что так резко-то? Я не был готов к этому. Опа-на! Получили, твари. Кушай. Так, в заключении, окей. Ай, тихо, меня так отметелят. Вот, хорош, поехали. Так, ну минус один мы сделаем сейчас. Второму тоже достается потихонечку. Получил. Давай. Давай, иди сюда. Оба-на. Сейчас мы посмотрим, кто больше не вынесет. Лежать! Корень цикламеда, щито. Предмет для задания. Руки все в кровь избил, блин. Варнава? Во имя богов! Стоять! Смешно, да? Вовремя! Любопытно. Может, смерть и впрямь величайшее счастье человека? Как всегда. Почти успели. Участие тоже важно. Хвала богам, ты жив, Алексиус. Думаю, это не все. Нам нужно уходить и побыстрее. А можно снаряжение? Стой. Вы должны знать о Клеоне. Мы знаем. Рад следить за мерзавцем. Мы уже все знаем. Молодцы. Поспешим. Его вещи, Варнава. Ага, спасибо. Идем, Варнава. Алексиус, встретимся в доме Перикла. Там и поговорим обо всем. Ага, окей. Лестница к Парфенону устлана трупами. Так, продолжать вашу одиссею, я понял. А этот кто? Поселиться в обществе Гитар. Окей, ладно. Ладно, найдем, наверное. Ой, как много. Задание выполнено. Давайте новое задание. Так, ой, господи, культист. Наемник прется. Какого черта надо? Умереть ты вздумал? Так, два наемника. Допустим. Но он же сюда не залезет. О, в смысле? Иди сюда. Ух ты, какая хитрожопая. Ну-ка иди. Да иди ты сюда, господи, тебя. Ай, мимо. Ай, хорош, не загорелся. Нападай. Ну, я тоже так могу, и чё теперь? Так, чтобы не умереть, это раз. Зарядочка, это два. Ну, в принципе, с этих ударов она должна умереть. Хорош. Добить наверняка. Готово. Венец Персея. Лучший боец. Приветики. Повякай мне еще. Как вы легко умираете-то, а? Да нафиг она тебе нужна? Выкинь. Так, а в смысле лучший боец? Я первый, что ли? О, да, я первый ранг. Ох, офигеть. Хорош. У тебя всякая фигня, да, я понял. Ну, тут всякие такие мелочи остались. А венец Персея что дает? Он к сету какому-нибудь? Герой Греции, да, смотрите. Ко всем видам... Плюс 30 ко всем видам. Так, где-то у нас еще персейские. Что-то персейское было. Нет. Наверное, в корабле. Ладно, идем дальше. Так, сопротивление. Поговорить с Сократом в резиденции Перикла. Хорош.
А, ну, продолжать Одиссею, соответственно, нам надо продолжать Одиссею до этого... Я забыл его имя. До Клеона. И, соответственно, видимо, сейчас у нас будет как раз... Нам дадут возможность убить еще одного культиста. Соответственно, остается Клеон. Соответственно, остается наша сестра. И после этого у нас остается самый-самый главный культист. Вы меня пропустите, да? Спасибо. Вы за меня, да, я понял. Молодцы, ребятки, хороший выбор. Так, ну вроде правильно. Здрасте. Ты пришел. Само собой. Варнава уже собирался спасать тебя вновь. Участие тоже важно, да? Очевидно. Идем, нас уже ждут. Ага. Боялись, ты не придешь. Потому что тебя ищут все финские стражники. Да и... Просто Клеону со мной не справится. В рот их компот. Что это? Мы обсуждаем, как лишить Клеона власти. Только ничего не выходит. Много слов, но мало толку. Так ты ж трепло. Без Перикла все стало иначе. Но его дело живет, поэтому мы здесь. Раньше мы прятались тут от напастей, а теперь глядим им в лицо. Итак, в первую очередь мы должны... вернуть Афинам былую славу. Вы хотите свергнуть Клеона. Как именно? Будет непросто. Если он умрет, мир в Афинах пошатнется. Верно. Сперва опорочим его. Аристофан написал пьесу, которая якобы поможет нам в этом. Пьесу? Это нечто большее. О, прошу, только не начинай. Почему мы все не можем полюбить друг друга? Ведь так гораздо веселей. Фу. Что особенного в этой пьесе? Мы увидим твою знаменитую оранжевую мартышку. Ха! Как это ни странно, ею и навеяно. Стоит ли бронить Клеона перед его сторонниками? Пьеса образумит их. Пусть это опасно, план сработает. Мы должны действовать. Клеон собирается отправить в Митилену убийц. Люди верят Клеону. Они поддерживают его во всем. Это не значит, что мы должны сдаться. Устранить Клеона будет трудно. Но с тобой у нас все получится. Ага. Так. Ну, понятно, взято несколько заданий. Так, давай Сократа. Надо было остаться, помешать Клеону. Только глупцы живут прошлым, но ты не из их числа. Мы должны спасти Митилену. Что-то планируешь? В чем замысел? Услышав, как Клеон упомянул Митилену, я понял, здесь что-то нечисто, и решил во всем разобраться. Это интересно. Мой ученик выдает себя за стражника в Акрополе. Похоже, Клеон прячет там что-то важное и проводит тайные встречи. Смелый ученик. Такое время. Если ты считаешь, что мне следует обыскать Акрополь, только скажи. Где-то там доказательства злодеяний Клеона. Люди могут не пойти против Клеона. Пойдут. Я выступлю перед ними с речью. Мы покажем его истинное лицо. Куда мне нужно идти? В западную часть святилища на Акрополе. Расскажи мне больше о месте поисков. Я слышал, что Клеону всегда нравилась статуя Афины. Стоит начать оттуда. Я найду то, что Клеон никогда не сможет опровергнуть. Славно. Я собираюсь выступить перед людьми на Пниксе. Если сможешь что-нибудь найти, приходи. Хорош. Я скоро. Да-да, обязательно. Так, ну вот этого еще заберем квест. Это катастрофа, говорю вам. Что случилось? Спокойно, о чем ты говоришь?
Мой шедевр! Он изменит все. Развлечет, поразит, заинтригует и откроет глаза на махинации Клеона. Но нужен ты. Я не актер и не поэт, Аристотель. О, боги, нет! Все, Феспис. Пропал мой главный актер. Что за пьеса без знаменитости? В смысле пропал? Он всегда репетирует, если не пьет, или не с женщиной, или мужчиной. Вариантов много, так? Нет, он знает, как это важно. Он бы не подвел меня. Что-то случилось. Пригласи другого актера. О, нет! Феспис собирает толпы на своих спектаклях. Чем больше людей узрит, как я блистательно клеймлю Клеона, тем лучше. Так где мне его искать? Феспис редко выходит из дома. Начни поиски там. Я найду его. Готовь спектакль, я скоро вернусь вместе с ним. Понятно. Так, квестики, квестики. Все, больше ничего. Так, это вот по этому. А, почему нельзя быстро перемещение сделать? Вы что, офигели? По Сократу, это по Сократу. Видимо, то, что там что-то ищем, поэтому туда и нельзя. Ладно, ладно. Ну, ты залезешь, нет? Ну, блин, ну это долго. Я хотел хотя бы один квестик успеть завершить побыстрее. А она вон как, твари. Ладно. Мы пойдем пешком. И самым коротким путем. Мы просто тупо полезем туда наверх. Близко, да? Ну вот поэтому, скорее всего. Где? Клеон вполне мог бы пойти сюда. Ага, куча сокровищ. Ого, ого. Ого, вы там на сокровищ. На сокровищ. Вполне, да? Куда он мог пойти, мы так и не узнаем, пока мы туда не доберемся. Ну, в принципе, недолго лезть. Залезем. Хорош. Ну, уже, в принципе, близко. Да куда ты? Да, Алексиус, успокойся, попрыгунчик грёбаный. Ну, серьезно. Так, там еще квест можно, кстати, сдать со спартанскими печатями. В принципе, почему бы и нет. Поищу укрытие. А, вон оно что. Вот почему нельзя сюда было. Ну, сейчас попробуем как-то потихоньку. Я бы все сокровища... Ага. Я бы все сокровища позабирал на самом деле. Так, давайте-ка мы всех отметим. Ой, сколько вас тут много. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. У вас очень много, ребята. Так, ну сокровища это понятные дела. Так, ага. Ну, чё ещё, чё ещё? Едите, да сколько тут сокровищ, вы чё? О, давайте-ка мы всё соберём. Заодно и посмотрим, что у нас здесь есть. Да ладно тебе, чувак. Воровство, блин. Ну, такое себе. Так, я понял. Тут нифига. Ладно. К бою. Да-да-да, я согласен. Пошел вон. А, ну сейчас еще и кучу Афин перебить придется. Так, иди сюда. Блин, надо было зарядиться, черт. Тихо, спокойствие. Спокойно. Говорю я вам. Лады. Сейчас попробуем перебить их. Так, вообще стрелков надо. А то мы так сдохнем. Ты тут стреляешь в меня? Тихо. Ай-яй. Ага, вижу. Пошел, поехал. Погнал. Ну ты...
Ух ты, мудак. Да как? Ну. Так, опять лезем, короче, наверх. Давайте, короче. Надеюсь, меня не заметят. Попробуем. Просто проникнуть. Просто проникнуть попробуем. Не будем, короче, выпендриваться. Я просто хотел еще печати отдать, но они же мне мешают. Ага. Все, мы проникли. Похоже, кто-то копал. Да украсть ты. В смысле, запертый сюда. Ты что, дурак? Так, мы зашли. Письмо к Леону. Значит, чтобы достать ключ, нужно найти командира. Блин, все равно мочить придется. Да етить вашу мать. А здесь что у нас? Сокровище. Хорош. Ага, иди отсюда. Лопатой недавно пользовались. Ну, понял, понял. Значит, придется мочить. Следы грязи. Наверное, кто-то пришел из сада. Так, ну идем сюда. Ага, 200 метров. Понял. Так, стрелу поменяем. Ай, зря потратил. Пускай они туда идут. Ай, блин, привлек внимание, понял. Валим, валим, валим. Ну, сначала меня догони. Ну, я вообще хотел просто прямо свалить. Так, ну, в принципе, тут мы их поскидываем, если что. Попал, хорош. Так, у нас стрелы кончились, давайте-ка наделаем. Все хорош, готов. Нет, я не умру, ребят, но выдели и получите. Ну вот после таких ударов он должен чисто умереть, ну, по логике. Ой-ой-ой, ты чё? Так, пошел нафиг. Улетел. Тихо! Так, подлечиться. Хорош. Ты улетишь у меня. Хорош. В полет отправился. Так, бегаем, бегаем, бегаем. Ага. Так, скоро зарядочка будет, ладно. Так, ну-ка. Отдохни. Ой, хорошо увернулся. Так, ну-ка ты погуляй. Так, от тебя сейчас мы зарядимся. Да-да-да-да-да, хорош. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, так, это вы полетите. Блин, плохо, что один улетает. Было бы несколько, было бы замечательно. Хорош. Кто-то в меня стреляет, где? А, тихо, 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 тихо. Не умри только. Так, подлечились. Ой, хорошо. Пошел нафиг. Не будем это. О, тихо. Ой, капитан пришел. О, ладно, бегаем. Где кто? Ага, уворачиваемся. Уворачиваемся от стрел. А кто в меня попал? Какая мудила. Хорош. Дай сюда. Получил в чайник? Ага. Все, готов. Молодец.
Ого! Тихо! Не умри! Главное, не умри! Так, сейчас подлечимся. Ага, хорош. Так, а вы что сюда приперлись, черти тупые? А идите отсюда. Пошли нафиг. Так, ну-ка. Полетел. Тетя, вот оно тебе надо было. Ага, я понял. Получил? Еще хочешь? На еще. На еще. Да, в смысле, замри, мудила. Ага, хорош. Готов. Кто там приперся? Где? Не вижу. Все, готов. Кому за чью? Так, мы спустились. Мы просто спрятались. Надо его убить. Ну уже, ты ведь знаешь, что тебя хотят убить. Так, давай-ка вот его. Вот его. И обратно. Умрет? Нет? Ну, все равно умрет. Все, до свидания. Отдай сюда. Все, можно идти сдавать квест теперь. Да какой ты, отстань. Все, успокоились. Нет, кто-то сзади есть. Да. Печати у тебя? Ну, естественно. Да, печати у меня. Я покажу этим глупцам в собрании. Мы Ну, а чё бы нет. Ты умел? Ты надеялся. Вся наша Ну, понятно. Да, понятно. По-моему... До свидания. Сколько? Полторашку. Чё ты? Поезд Демосфена. Прикольно. Вот, 48 уровень получили. Корабль мы, естественно, не качнем. Фу ты, способности нам нужны. Хилочку. Так, культист у нас. Ага, все это понятно. Все это понятно, ясно. Открываем вот эту дрянь. Сократ был прав. Именно это нам и нужно. Ну, давай. Мудрый воин. Там бегают гребаные наемники. Че, ну у нас есть чем мочнуть его, если че. Давайте замочим, чтобы они за нами не бегали. Привет. Мне не... Так, травим. Ого, ого. Это было дерзко, резко. Так, хорошо. В принципе, мы ее сейчас убьем. Не-не-не. Все, готово. Дай сюда. Кто где? Ага, вон он. Иди сюда. Хорош. Ах ты! Ох ты, мудила! Иди сюда. Ты, блин, мы сейчас до Сократа не дойдем такими темпами. Так, ну-ка, давайте-ка вот этого попробуем. Хорош. Теперь тебя. В смысле? Получил? Получил свое? Ах ты козел. Ладно, я понял.
Тихо. Тихо. Так, кого-то надо убить. Ну, давай покончим с этим, дружище. Иди сюда. Ну, ты сдохнешь, нет уже. Ну. Давай, давай, я заряжусь об тебе последний разочек. Ну, то он... Да вот в голову он его... Уже умереть должен был. Все, хорош. Что там? Вон еще идет. Ладно, черт на нее. Валим к Сократу. Мудила, блин. Столько времени у меня отняли, козлы. Ба! Сорян. Сорян, чувак. Не хотел. Правда не хотел. Ты не вовремя шел там. Ой, блин. Да, мясо там, конечно, если собирать вообще всех стражников. Безудержное веселье там. Если на кошмаре, это прям реально. Так, ну пока что культиста нам еще одного не открыли. Это плохо. Я как бы не хочу завершить раньше времени то, что я планировал. Здорово, Сократ. Давай, в смуту вносить. А, вот и ты. Люди пришли послушать мою речь. Может быть, это тебе пригодится. Здесь все, что мы знаем о Клеоне. Митилена лишь первый город в длинном списке его целей. Он использует свою власть, чтобы горожане каждый раз голосовали за смерть. Оу. Значит, мы должны переубедить людей. Так ты поможешь мне? Ладно. Одних разговоров недостаточно. Нужно показать, что идти за Клеоном нельзя. Не думал, что услышу подобное от тебя. Такое время. Это твои слова. Именно. Мне нужно, чтобы ты вел себя так же, как сторонники Клеона. Постараюсь. Но Сократ, ведь Клеон человек из народа. Скажи, если ты ранишь кого-то мечом, это твоя ответственность? Моя. А если наймешь для этого кого-нибудь другого, ты все еще в ответе за это? Ну, естественно. Я все еще в ответе. Ты слишком проницателен и абсолютно прав. Если кто-то должен пострадать, и мы с этим связаны, это наша ответственность. Значит, мы все ответственны не только за непосредственный ущерб. Ну да. Тогда задам еще один вопрос. Кому верить? Толпе или знающему человеку? Блин. Ну, толпе тоже нельзя верить. Давайте знающему. Я доверюсь опытному. Такой человек знает больше меня. Так твои суждения основаны лишь на чужих словах. Да? Это все, что у меня есть. А если это ложь? Носил ложь, то другого, да. Лжец не заслуживает доверия. Все верно. Если кто-то соврал тебе единожды, позже он может сделать это еще раз. Да, ты прав. Так ты согласен, что тот, кто лжет, не заслуживает власти? Согласен. О, афиняне, согласны ли вы, что каждый человек ответственен за любой, даже косвенно причиненный им вред? Согласны. А пойдете ли вы за тем, кто солгал вам ради собственных целей? Никогда. И прежде всего... Именно поэтому я прошу, я умоляю, выслушайте эти слова. Избранный вами лидер лжет ради личной выгоды. Клеон солгал,
чтобы собрать голоса для нападения на Митилену, и он продолжит поступать так же. Если корабль прибудет в Митилену, у жителей не останется ни шанса. Вы знаете правду и можете все изменить. Нужно еще одно голосование. Жизни этих людей в ваших руках. Корабль надо остановить. Это, блин, ну что, убедили, думаю, нет? Могло быть и лучше. Но даже так люди не смогут усомниться в предоставленных доказательствах. Я чему-то научился. Должно быть, это ты на меня повлиял. Конечно, дебаты разят не так быстро, как клинок, но могут быть не менее эффективны. Этого хватит? Полагаю, скоро все Афины узнают о злодеяниях Клеона. Граждане любят свой город. У них есть принципы. Никто не желает его падения. Ну да, возможно. Так, ну что же, на этой ноте и закончим сегодняшнюю серию. С вами был Green Knight. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!